Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы словили одного покемона, Трико, и эволюционировали другого. И начали качать Тотодайла, да. Сейчас у нас может... Ладно, он под землей. Давайте пойдем мы куда-то вот сюда. Вот сюда, например, куда-то. Так. Я уже начал там делать покеболы, как бы жарятся приконы, как бы переплавляются, да. И можно уже будет себе сделать несколько ультраболов, так как вот эти уже кончаются. Так, тут никого. Пойдем мы вот сюда куда-то. Тут тоже никого. Ну, в смысле, покемоны боссы, да. Пойдем мы вот сюда. Тут тоже не очень так много покемонов. Каких-то. Не, ну, в принципе, много, но покемоны боссы. Так, тут у нас... Кто-то сюда. Нет! Ху, я уж думал сейчас. Так, там у нас покемон босс. Там у нас покемон босс. Тут у нас... Ой, тут у нас никого. Так, куда бы? Идем мы вот сюда. И вот сюда. Где он? Где-то вот тут. Может под землей, а может... Фиг его знает где. Нет, в принципе, наверное, под землей. Он что, уже пропал? Да вроде нет. Просто что-то высота какая-то. Да я уже не думаю, что он тут может быть. Да. Ладно. Давайте идем мы куда-то вот сюда. Например, вот сюда. Ну. Ну? Нет, нету каких-то покемонов-боссов. Так что давайте опять вот сюда, например. Тоже никого нету или еще просто не прогрузилось? Ну, покемонов тут реально куча, какие-то два островка. Сейчас давайте мы туда попытаемся сбегать. Ну, да, остров, конечно, небольшой, но суть в том, что покемонов тут действительно куча. Так. Ну... Сколько вас тут капут. Так, давайте еще вот сюда, например. Хотя нет, я не думаю, что там какие-то... Так, давайте вот сюда. Ну. Грузись уже. Да, реально, покемонов куча вот на таких маленьких островках, но что-то покемонов-боссов как-то
Давайте сюда. Ни хрена себе. Сколько вас тут всяких. Вот тебя можно. Ну, пока что еще нет, так как глючит. Ну. Харе уже. Капут. Да. Куча тут всяких покемонов. Сдуреть могу. Так. Давайте идем мы вот сюда. Капут. Харе уже. Ух, ребята. Ну иди ты сюда, летающий ты. Ну. Так. О, желтик эволюционирует, это отлично. Ну давай. Так. Отлично. Сейчас, ребята, давайте мы пойдем куда-то. Вот сюда, например. Или, наверное, пойдем и домой, чтобы поменять покемона, взять кого-то другого. Так, 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 так. Идем мы, наверное, Абру возьмем или еще кого-то. И прокачаем. Или Трику. Так, одна эволюция уже была. Вот, давайте все-таки вот кого-то не прокачаем. Или нет. Или Трику. Нет, давайте... Фиг его знает. Так, давайте кота не прокачаем. Или не кота. Я действительно что-то как-то не знаю, кого бы прокачать. Спиро у нас есть шайни, поэтому... Ну, Спиро потом мы его прокачаем. Так, все, идем и качать. Вот этого он вроде прокачивается с помощью камня эволюции. Да, вот просто что-то залагало, я уже думал нет. Ну давай. Ух, и имя такое, что... Так, в принципе, и так он выглядит как-то не очень. Ладно, поэтому... Ну, не знаю, есть ли у него еще эволюции? Ну, как бы это его одна эволюция, или есть у него еще какие-то? Ну, пока что не знаю, поставим его в компьютер. И возьмем Метрику. Или Гулета. Вот насчет Гулета я не знаю, есть ли у него эволюции. Поэтому давайте пойдем мы куда-то вот. Шани! Ух, только бы какой-то это был нереальный покемон. Ну, чтобы он как бы не в земле был. Ух ты! Это вот ты? Офигеть! Вирли. Пэд, или как ты там? Но суть в том, что Шани. Офигенно.
Вот насчет тебя я не знаю, давайте на него гипноз накинем. Если не загипнозится, то в принципе-то нету так и много ультраболов, поэтому, наверное, мы все-таки используем мастербол. Да, давайте, короче, мастербол. Или давайте вот еще так. Шайни, еще один шайни покемон. А, отлично, словили мы его. Словили, и давайте сейчас пойдем куда-то вот сюда. А, отлично, ребята, еще один шайни. Офигенно. Но ультраболов уже нету, действительно, нужно уже начинать делать. Давайте куда-то опять вот сюда. Там у нас покемон. Ну, покемон босс. Давайте попытаемся его словить. Убить, какие словить покемонов. Босса. Так, иди-ка ты сюда. Где ты там у нас? В джунглях. Вот он. Ни хрена себе. Отлично. Как? Не очень хорошо. Сейчас он, короче, всех наших покемонов убьет. Да. Капут. Ну да. Ладно, сейчас мы вылечим наших покемонов. И сейчас иди сюда. Да чё ты... Капут. Вот. О, еще один XP-шер. Офигенно. И мету, так, мету. Давайте еще пойдем куда-то вот сюда, например. Еще один шайни, ребята. О, вот тут у нас кто-то есть. Так, где он? Вот он. Так, давайте сейчас мы его... Магмар там у нас. Кто тут может еще быть? Шайни. Ну да. Так, сюда, например. А, нет, тут никого. Давайте сюда. Тут тоже никого. Так, давайте вот сюда. Ладно, сейчас давайте куда-то вот сюда. Да. Охрененно. Как? Да я как бы понимаю, как это, но... Сейчас, давайте вот тут еще, может, какой-то покемон. Где он? Он в земле, не буду я туда лезть. Охрененно, это же нужно умудриться так упасть на кувшинку. Или... Нет, не на кувшинку, а куда я там упал? Да. Охрененно. Да. А, лаги? Или не лаги, или... В принципе.
собираем. Вроде все. Так, идем мы вот сюда, например. Да, нужно же умудриться упасть с такой высоты в воду, ну как бы... Воду не воду, да? Ладно, идем мы вот сюда, например. Шани покемона, есть у нас два новых шани покемона, мы их тоже будем прокачивать, но немножко позже. А ну, нет, на этом острове что-то я никого не вижу, чтобы кто-то спамился, поэтому давайте вот куда-то вот сюда. Например. Ну? Нет, тут тоже что-то никого. Ну, еще не прогрузилось, поэтому давайте немножко подождем. Вот там есть у нас. Где он? Где ты? Только не в земле. Не, ну в принципе я вижу, да, что тут какая-то шахта, но... Вот он. Так. Так. Тут у нас, не знаю, есть. Ух ты. Куча покемонов. Главное, что. Вот, хотя бы не уб... Ух, там еще один. Так. Тут у нас что? Так, там у нас еще один покемон босс. Опять под землей, 100%. Вот так. Под землей или нет? Или он уже пропал? Нет, он где-то вот тут. Давайте сейчас мы к нему быстренько. Если он, конечно, не пропадет. Пока мы... Ух, не-не-не-не-не-не-не. Вот так. Отлично. Он еще там? Или нет? Че? Да нет, вроде где-то вот там. Фиг его знает. Вот. Ух, что мы нашли? Так, Мьюту. Ну? Так, отлично. Офигенно, и сундуков даже нет. Кафут, и сундуков даже нету. Сейчас я вот только вот тут посмотрю. Тут просто гравий. Ладно, так, куда бы нам... вот тут покемон босс. Идем мы вот туда. Да, не ты. Это атака. Чё это такое было? Убежал. Ух. Так, больше я тут никого не вижу. Ну, в смысле, вижу, конечно же, куча тут всяких покебонов, но боссов я не вижу. Поэтому давайте, может, сюда еще пойдем. А вот сейчас мы, наверное, все-таки, ребята, домой пойдем. Только вот где наш дом? Тут уже такая карта, что... Ну как? Сдуреть можно. Как?
Мне же полная жизнь была. Во, капут. Ладно. Давайте вот сюда. Ух, сколько вас тут всяких капут. Покемонов. Так. Да, я понял. И ты тут... Ну, в смысле, не я понял. Ты тут, но тоже напал. Так, кто тут еще? Кто тут еще? Кто тут еще, 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 еще. Вот, тебя можно, если, конечно, словишься. Ух, отлично, словился, ребята. Так, сейчас мы идем домой. И давайте, наверное, уже на этом закончим. В принципе, словили мы одного Шайни, да? Это мы сейчас словили Шайни? Я уже что-то... Ладно, ребята, давайте... Словили мы кучу покемонов. Не, кучу не кучу, но прокачали мы нормально так. И, ребята, давайте на этом уже заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.